Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня меню перепелки. Вообще, вот этот рецепт хорош в первую очередь именно для дикой полевой птицы. А для домашней он, как бы так сказать, несколько избыточен. Чем в первую очередь отличается дичь? Спортивным телосложением, ну и как следствие жесткостью. Вот для размягчения жесткого мяса этот способ и хорош. Впрочем, так можно приготовить и домашнюю птицу, но тогда время тушения стоит сократить буквально в разы. Итак, вот у меня перепелки. Довольно маленькие и довольно-таки жилистые. Еще понадобится лук, чеснок, морковь, чили, перец, столовая ложка муки, красное сухое вино и столовая ложка демигласа. Как заготавливать демик впрок, показывал вам аж в двух роликах. Вот здесь вот в уголочке, восклицательный знак, если мышкой навестись, щелкайте и смотрите, там из куриных костей и из говяжьих. Кроме того, можжевеловые ягоды, душистый перец, соль, красный и зеленый перец. Стоит не обязательно так выпендриться для картинки. Томатная паста, столовая ложка, сливочное масло. А на гарнир я приготовлю картошку и вот такой зеленый перец. Это не острый, такой вот сорт у нас здесь есть. Но начну я все-таки с перепелок. Их надо заранее натереть солью, мукой и пряностями, чтобы они подмариновались немного. Но сначала все-таки опалить. Есть тут у меня такая классная горелка. Ну а можжевеловые ягоды и перец разогну в ступке сразу вместе с солью. Даже осенние перепелки в средней полосе России редко когда бывают действительно жирными. Поэтому надо под кожу им напихать сливочного масла с пряностями и солью. Ну и внутрь тушки тоже. Во-первых, масло за счет содержащейся в нем лактозы просто улучшит вкус. Во-вторых, позволит более равномерно пропитаться пряностями, потому что большинство пряностей, вы знаете, жирорастворимы. Ну и в-третьих, просто сделает эту птицу сочнее. Так, а снаружи надо еще и мукой их натереть. Тоже важный момент. Я сейчас птичек обжаривать собираюсь для подрумянивания. Так вот, мука позволит получить более яркую корочку. Собственно, обжарка ей нужна только ради вкуса вот этой пожаристой корочки. Доводить до готовности мясо я буду путем тушения. Ну и пусть они пока полежат. По-хорошему, дикую птицу, подготовленную таким вот образом, надо бы оставить в холодильнике хотя бы часов на 12, лучше на сутки. Но именно этих перепелок я уже готовил таким образом, не такие уж они и жесткие. А домашнему можно вообще минут 15-20 полежать, но полчаса от силы их хватит. Ладно, у меня перерыв на чистку картошки. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Готовлю овощи. Лук четвертинками. Даже не четвертинки, а осьмушки. Для домашних перепелок можно вообще лук мелко порубить, чтобы он быстрее свои соки в соус отдал. С морковью та же история. Для домашней птицы рубим мелко, для дикой можно крупными кусками. Перепелок можно начинать обжаривать на смеси сливочного и оливкового extra virgin, ну или на испанский манер virgin extra масле. Такая вот смесь дает потрясающий совершенно аромат. Разогретое масло, овощи и этих птах. Важно подрумянить как следует. Поэтому масло разогреваем сильно, но, конечно, не жжем. По мере появления корочки переворачиваем. Только не спешите. Если вот постоянно вертеть птицу, то корочка не будет успевать появляться, вся теплота внутрь птички будет уходить. Когда с одной стороны птица уже румяная, а вторая вовсю подрумянивается, можно закладывать томатную пасту. Причем класть ее надо не на перепелок, не на овощи, а вот непосредственно на дно, чтобы она как можно быстрее прижарилась. Это придаст такой приятный карамельный привкус соусу. Да, кстати, если у вас нет подходящего чугунка, не переживайте, можно в обычной сковороде все обжарить, потом переложить какую-нибудь форму для запекания, фольгой укрыть и в духовку. Будет даже, наверное, еще и вкуснее. Смотрим, что тут у нас на дне. Отлично, все, что надо, прижарилось. Значит, остается добавить демиглас весь и влить красное сухое вино. И аккуратно при помощи лопатки снять со дна благородный нагар и растворить в вине все, и нагар, и демиглас. В
вкус соуса будет очень насыщенным. Собственно, осталось добавить красный острый перец, накрыть крышкой и подождать, пока перепелки не станут мягкими. Во время предыдущего перерыва я картошку начистил, а во время этого сварю почти до готовности. Оставайтесь с нами. Последний этап. Картошка почти готова. Надо ее подрумянить в горячем масле. Перепелки уже готовы. Выложу их на блюдо, чтобы было удобнее дома соус доводить. Пусть полежат. Чтобы не остывали, укрою фольгой и сверху полотенцем. Соус надо пробовать. И выправлять на вкус. В зависимости от сладости моркови, сладости лука, в зависимости от кислоты вашей томатной пасты, вам понадобится добавить, может быть, сахар, может быть, кислоты в виде лимонного сока. Да, вот я и сахара положу, и нет, не лимонного сока, а винного уксуса немного. Вот теперь будет то, что надо. Да, лук и морковь уже можно убрать из соуса. Все, что от них требовалось, они уже отдали. Нагрев, кстати, надо увеличить, чтобы лишняя влага выпаривалась. Соус-то надо загустить. Предваряя вопросы, я сам соус не солю, потому что демиглас у меня уже соленый. Так, последний ингредиент осталось подпалить перец для гарнира. Это не острый, я говорил, да? Он вкусный как раз вот в таком слегка-слегка обжаренном виде, чтобы немножечко в масле кожица у него так вспухла, вздулась местами, слегка подгорел даже немного. Его в наших краях очень часто как закуску подают. Ну что, еще 2 минуты, и можно приступать к сервировке. Для тех, кто не только смотрит, но и готовит, основные этапы готовки. Картошку к перцу. Перец, кстати, присолить крупной солью, очень крупной. Смотрите, какие хлопья. Перепелочку сюда. И соуса к ней. Немного укропа, я думаю, будет в тему картошки. Готово. Ну что, даже такая перепелочка и, как видите, очень мягкая. Соус очень классный. Такой. Ну, это надо попробовать, это мне рассказать. Она мягкая. Она остренькая за счет перца. Она сочная за счет масла, за счет тушения. Просто класс. Так, насчет перца, теперь уже не острого. Знаете, я вот этого возьму. Смотрите, какой. Блестит, слегка подпаленный. Вот аромат подпаленок, он не острый. Он не совсем сладкий. Это, наверное, больше всего похож на, по вкусу на такой перец, какой в средней полосе России бабушки выращивают и потом на рынке торгуют, зеленый. Очень классный. Остынка есть, но прям вот совсем на базе, что он, ну, не совсем какой-то нейтральный. Очень классный. Так, ну и картошечки. Картошечки, конечно, с соусом. Просто песня. Она отварена в подсоленной воде, потом поджарена для вот этой вот румяности. И соус. Класс. Очень классное сочетание. Смело вам рекомендую. На этом позвольте закончить. Напоминаю, что если вы захотите обновить парк ножей, то вы сможете это сделать с большой выгодой для себя, воспользовавшись промокодом Фреска. Скидки и все такое. Спасибо вам за компанию. Всем пока. Немножечко. Выключаем.